Я узнал, что олимпийские боги существуют. И иногда люди рожают от них детей, которых называют полукровками. Мы почти такие же, как все, кого вы знаете. Хотя несколько отличий все-таки есть. Мы живем в единственном месте, где можем чувствовать себя в безопасности. Могли до этого дня. Что это? Зайди внутрь. Это оракул. Перси. Хронос был настолько злой силой, что его сыновья, Зевс, Аид и Посейдон, его уничтожили. Его судьба — восстать снова, чтобы отомстить Олимпу и миру. Единственное, что обладает достаточной силой, чтобы спасти наш дом, — это золотое руно. Оно находится в море чудовищ, которое люди называют Бермудским треугольником. Такое задание под силу только сильнейшему из наших героев. Лучшему из нас. Дочери бога войны, Кларисе! Уже привык все время быть вторым, Джексон? Знаешь, то, что о тебе говорят, неправда, Клариса. У тебя порядок с чувством юмора. Это плохая идея. Ты даже не знаешь, что я хотел сказать. Хотел сказать, отправляешься искать руно. Хотел сказать, мы отправляемся. Колесница проклятых. Больше смахивает на нью-йоркское такси. Одно и то же. Точную дату, пожалуйста. Это было... круто! Мы воскресим Хроноса, и олимпийские боги познают смерть. Перси! Нам правда нужна ваша помощь, и у нас нет времени. Просто снимите крышку, чтобы освободить ветра с четырех концов света. Нет, нет, только не тут! Не здесь. Мы найдем руно. Давно пора. Скажи мне, что это не акулы. Это не акулы.